Добрый вечер. Как всегда в это время вы смотрите очередной выпуск субботней программы «Дежурный по Печенге» в студии Петр Широбоков. И вначале коротко некоторые темы выпуска. Благодаря наличию таких вот колоссальных средств мы успешно справляемся с этими задачами. Норникель вовремя помог печенской ЦРБ диагностировать COVID-19. Если коротко, то в июле, в августе этого года опытное производство, после него принятие окончательных решений и в 2021 году запуск полноразмерного производства. Состоялась презентация концепции развития Печенского района. Видеоконференция связала никель с Мурманском, Мончегорском и Москвой. Мы считаем, что сектор малого и среднего бизнеса очень важен, потому что именно эти предприятия поддерживают сервис, оказывают услуги и обеспечивают качество жизни в городах нашего присутствия. Норникель расширяет меры поддержки предпринимателей в Норильске, Мончегорске и в Печенском районе. Ну и вот теперь все подробности. Вначале, по традиции, главная тема. Помощь, какой бы объемной она ни была, эффективной будет только в том случае, если она своевременная. Норникель помог вовремя подготовиться Печенской центральной районной больнице к диагностике больных коронавирусом. Лечебные корпуса Печенской центральной районной больницы расположены в Заполярном и Никеле. Зона охвата населения от поселка Спутника до поселка Райковский – 32 тысячи северян. Сегодня перед медиками стоит важнейшая задача – вовремя выявить и изолировать пациента с коронавирусной инфекцией. Немаловажную и, можно даже сказать, такую серьезную помощь нам в этой работе оказывает просто колоссальную помощь оказывает Норникель. Компания. Нам было еще в начале пандемии оказана помощь в размере практически 40 миллионов рублей. На эти средства мы закупили дыхательную аппаратуру, аппаратуру слежения, то есть мониторы. Закупили все необходимое для оказания медицинской помощи, в том числе и в первичном звене. Благодаря наличию таких вот колоссальных средств мы успешно справляемся с этими задачами. На средства Норильского никеля были закуплены в том числе пульсоксиметры. Вот такие приборы. Расскажите, пожалуйста, что они делают и как происходит эта процедура? Это нужно вот сюда палец поставить, да. Значит, пульсоксиметр – это пульс и насыщение крови кислородом. Отпустите. В самой Печенской ЦРБ нет специального инфекционного отделения для лечения COVID-19, но диагностировать болезнь здесь готовы. С самого начала мы были обеспечены всеми средствами защиты, одноразовой одеждой, защитными экранами, масками. Ну, то есть как бы у нас все было в полном объеме. На сегодняшний день мы обеспечены средствами индивидуальной защиты на 100%. У нас имеется весь расходный материал. Перчатки, шапочки, маски, халаты. Мы закупили специальные комбинезоны для забора биоматериала и для работы, если, допустим, выявляется где-то в подразделении пациент с новой коронавирусной инфекцией. Мы обеспечены на 100% антисептиками, дезинфектантами, пакетами для утилизации именно отходов класса Б и В. В условиях пандемии коронавирусной инфекции Норникель в очередной раз продемонстрировал пример социально ответственного бизнеса. К этому кризису Норникель подошел с достаточным запасом прочности, чтобы обеспечить максимально возможную защиту наших работников и всех жителей городов, где расположены предприятия компании. Поддержать малый и средний бизнес, подставить плечо местным администрациям. Я уверен, что вместе с нашими работниками, жителями наших городов, со всей страной мы достойно пройдем это испытание. Напомним, Норникель выделил 10,5 миллиардов рублей на меры по борьбе с COVID-19 и обеспечение социальной стабильности в регионах своего присутствия. Петр Широбоков, Александр Саницкий, Александр Полистовский, ТВ-21, Печенский район. Ну и теперь еще об одной важной теме. Она прозвучала на этой неделе в режиме онлайн-конференции.
В Печенском районе есть все условия для развития за счет туризма и новых производств. Об этом говорили эксперты на презентации концепции развития приграничной территории. Видеоконференция связала Никель с Мурманском, Мончегорском и Москвой. Реальные очертания социального и экономического развития приграничной территории – это результат совместной работы областного правительства, власти Печенского района, специалистов Минэкономразвития России, общественников и градообразующего предприятия. Прирастать экономика приграничья может за счет туризма, и именно в современных условиях. И для экологического туризма это очень хорошее окно возможностей, потому что уже видно, что растет спрос на экологический туризм, растет спрос на туризм, не связанный с концентрацией повышенной людей в одном месте. То есть это очень хорошее время для перестройки и для поиска собственной ниши. Ищущих и уже нашедших свою нишу поддержат и власти. Преференции и налоговые льготы будут доступны не только крупным предприятиям. Новые возможности откроет блок законопроектов по развитию Арктики. Здесь самое главное, конечно, помимо поддержки крупных проектов, то, что благодаря наше предложение, которое мы выдвинули, оно было поддержано. Эти законы будут распространяться на предпринимателей, которые инвестировали сумму на проекты от 1 миллиона рублей, входной порог для того, чтобы стать резидентом арктической зоны, получать налоговые льготы. И самое главное — это снижение взносов во страховые фонды с 30% до 7,6%. Это то, о чем всегда просили наши предприниматели. Есть и множество инструментов поддержки уже работающего бизнеса. Гранты, субсидии, налоговые и каникулы по платежам, обучение и консультации. Ускорить социально-экономическое развитие Печенского района поможет и открытие новых специальностей в Печенском политехническом техникуме. Потому что те специальности, которые есть сегодня, они мало востребованы. И мы уже начали работу с Министерством образования с привлечением новых специальностей, связанных с сервисом, туризмом. Сфера услуг потребует большое количество таких кадров. Не останется Печенский район, а конкретно никель, и без промышленности. Некоторые инвесторы уже заявили о своем желании разместить на территории закрывающегося плавильного цеха Кольской ГМК свои производства. В частности, есть планы по строительству абразивного завода уральской компании. На сегодня у нас уже подписан договор, о котором я, наверное, ранее говорил, напомню. Это на выделение 17 тысяч квадратных метров из нашей площади для того, чтобы они поставили на нем свое опытное производство и сделали первые пробные выпуски своей продукции. Если коротко, то в июле, в августе этого года опытное производство, после него принятие окончательных решений и в 2021 году запуск полноразмерного производства. Аккумулятором и драйвером программ социально-экономического развития района выступит Центр социальных проектов «Вторая школа». Та команда людей, которые созданы и которые работают над программой развития социально-экономической ситуации в Печенском районе, мне думается, что вот эта команда профессионалов, она позволит выйти на новый уровень развития, увидеть те горизонты, которые мы не видим. И слава богу, что у нас есть скептики, которые задают неудобные для нас вопросы, заставляя принимать решения по их решению. Представленная концепция ляжет в основу системного плана развития Печенского района. Его разработка должна завершиться в июле. Петр Широбоков, ТВ-21. Забота о малом и среднем бизнесе – это забота и о качестве жизни горожан. Именно поэтому Норникель расширяет меры поддержки предпринимателей в Норильске, Мончегорске и Печенском районе. В компании принято решение о безвозмездной передаче малым и средним предприятиям средств индивидуальной защиты. 9 тысяч литров антисептических средств для рук, 21 бактерицидная лампа, 646 тысяч масок и более 200 тысяч комплектов перчаток общей стоимостью более 30 миллионов рублей отправятся в Норильск, Мончегорск и Печенский район. Ведь малый и средний бизнес – это не только часть экономики города, но и источник привычного уровня жизни. Мы считаем, что сектор малого и среднего бизнеса очень важен, потому что именно эти предприятия поддерживают сервис, оказывают услуги.
услуги и обеспечивают качество жизни в городах нашего присутствия. И очень хочется сохранить предприятие, сохранить этот сектор, чтобы и дальше продолжал работать, и наши сотрудники в том числе могли пользоваться их услугами. И уровень жизни, и качество жизни осталось привычным, когда мы выйдем из пандемии. На получение средств индивидуальной защиты в Мончегорске и Печенском районе может претендовать почти 1700 предприятий малого и среднего бизнеса, на которых трудятся более 7000 человек. Это в том числе общепит, магазины, принимающие заказы онлайн и доставляющие товары, салоны красоты и парикмахерские. Чтобы бесплатно получить средства индивидуальной защиты, нужно заполнить онлайн-заявку, которая размещена на сайте Норникеля. Обеспечение бесплатными СИЗами – это лишь одна из мер Норникеля по поддержке малого и среднего бизнеса. Так, например, ранее были предоставлены кредитные каникулы участникам благотворительного проекта компании «Мир новых возможностей». И для тех социальных предпринимателей, которые сейчас выплачивают суды, мы дали на полгода так называемые кредитные каникулы для того, чтобы могли их в данной ситуации поддержать. А что касается остального бизнеса по территории, мы мониторим ситуацию, смотрим, в чем нуждаются. Безусловно, не планируем подменять с собой те меры поддержки, которые идут по линии государства либо банков. Не подменять, а дополнять, подставив государству надежное плечо в борьбе и с пандемией, и с ее последствиями. Это сегодня одна из задач любого социально ответственного бизнеса. Нужно снять часть головной боли с государства. Поскольку мы в хорошей форме, то мы должны заботиться о своих работниках, всячески их защищать как с медицинской точки зрения, так и социальной. Это первое. А второе – посмотреть вокруг себя и помочь муниципальным образованиям, городам, особенно моногородам, в которых мы находимся. Ранее сообщалось, что Норникель выделил 10,5 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом и поддержку социальной стабильности в регионах присутствия. Петр Широбоков, ТВ-21. 35 лет в минувшую среду исполнилось главной сокровищнице истории Печенского района. Об этом наш специальный репортаж. Музей создан 35 лет назад, не далее как 20 мая мы отметили. Это такой небольшой, с одной стороны, с другой стороны, очень важный юбилей. Музей стал востребован, музей развивается в лучшую сторону. Это не для красного словца сказано. Долгие годы здесь развивала ее Вероника Александровна Мацак, лауреат премии имени Лихачева. Но когда ушла Вероника Александровна, пришли молодые девчонки, Лена Попова, Анна Чурлик, которые продолжили то, что начала делать Вероника Александровна. И более того, вот то, что вы сейчас видите, вот это их заслуга. Я думаю, что если по-хорошему дать им волю, то этот музей будет, наверное, звучать уже даже и на международном уровне, хотя он и сегодня звучит, потому что норвежцы и финны здесь периодически бывают. Сегодня уже начата работа над концепцией развития зала военной истории района. Надеемся, что где-нибудь летом начнутся уже предметные работы. И это последний зал из основных залов музея, который будет кардинально перестроен. Руководителем его также является Елена Попова. За многолетнюю, 35-летнюю историю нашего музея здесь по крупицам, буквально из своих личных архивов семейных, собиралось то, что мы сейчас с вами видим. Фонды здесь формировались с участием не только директора Вероники Александровны, но и жителей всего Печенского района. Люди приносили сюда то, что для них ценно, то, что было в их семейных архивах. Документы, фотографии, вещи, предметы привозились из разных уголков нашей страны. И поэтому наши экспозиции, они достаточно интересны, а коллекции, они многообразны, и некоторые имеют особое значение, так, например, как коллекция, которая у нас размещена в нашей экспозиции, посвященной Кольской сверхглубокой скважине.
мы очень рады, что вот за эти годы удалось сформировать большой фонд. И теперь наша задача была, сохраняя все традиции, которые были созданы годами в этом музее, немножко, так скажем, создать более современные экспозиции, такие, чтобы они привлекали юных посетителей сюда, молодежь. А молодежь мы бы хотели привлечь не только новыми формами, но еще и новой подачей наших материалов, наших фондов. И поэтому мы очень активно принимали участие последние 3 года в программе «Мир новых возможностей». Мы участвовали в конкурсе социальных проектов, выигрывали проекты, и мы очень рады, что благодаря вот этим проектам нам удалось полностью изменить 4 постоянных экспозиции. Это огромный труд. И сейчас мы с гордостью можем демонстрировать наши новые, современные, мультимедийные и очень интересные экспозиции. В этом году у нас реализуются как раз 2 проекта, которые по программе «Мир новых возможностей». Кроме того, мы участвуем в различных конкурсах областных, где мы тоже выигрываем небольшие гранты. И поэтому проектная деятельность дает нам новые возможности. Это на самом деле для нас очень-очень важно. Когда появляются молодые люди, которые просто звонят и говорят, а можно ли посетить музей, это, наверное, уже о чем-то говорит. Коллективу музея и себе тоже я бы пожелал не успокаиваться, не останавливаться. Самое главное – не опускать руки. Сложностей много, но у кого их нет на сегодня? Людям, которыми на сегодняшний момент оброс музей, друзьями, соратниками, я бы хотел пожелать не разочаровываться в нас. Что бы еще хотелось? Хотелось бы, конечно, площадей больше, площадей не хватает на сегодня. Но это дело, скажем так, далекого будущего. А ближайшее будущее – это, вот я сказал, один проект «Пока память жива», и второй проект «Письма войны». Его курирует Анна Чурлик, методист наш. Он тоже уже начали его разрабатывать. Я думаю, он тоже будет интересен и востребован. И я бы очень желал, чтобы уже в ближайшее время мы здесь вот снова увидели людей, которые бы с удовольствием ходили здесь и делились с нами своими эмоциями. На этом очередной выпуск субботней программы «Дежурный по печенге» подошел к своему завершению. В студии был Петр Широбоков. Хороших всем на выходных. Будьте здоровы и до встречи через неделю.